Всем привет, друзья! Это предновогодний влог. Хочу пожелать вам в новом году счастья, здоровья, успехов, чтобы вы все всегда достигали своих целей, чтобы все у вас было хорошо. Погнали! Ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Приехал на мероприятие. Сейчас буду работать с Виктором Разиным. А Ромчик поставил звук. Вы посмотрите на эту махину. Это он мне говорит, колоночки прикупил. Посмотрите на это. Рома для маленьких мероприятий. Рома растет не просто по часам, а на дрожжах. И не только вширь. Посмотри на эти сабы, вширь тоже. Ехал к клубу «Бархат». Сейчас увижу пробаса. Давно его не видел, пообщаемся. И снова рубрика «Слава, добрый вечер». Слава, доброе утро вообще. Я бы сказал так. Слава, потому что я проснулся на минут 15 назад максимум. И как тебе утро? Супер, класс. Я ждал снег. Я просто понял, когда еще в пятницу ехал и играла песня. Happy New Year. Я еду, блин, а смотрю, ну сухо, ну блин, такое ощущение, что скоро лето, знаешь, типа заканчивается, блин, весна и начинается лето. Люди, снег, хоп, на, класс, и все, супер. Ездить теперь так прикольно. Да. Задалось это. Да, класс. Едем за ковриками, потому что Сашка во время прошлой мойки, последней мойки, забыл их на мойке самообслуживания. И теперь, короче, надо покупать новые. Потому что я думаю, что на мойке самообслуживания за эти пару дней уже приделали ноги этим коврикам, а времени их забрать просто не было. Да. Я это салона красоты забрашу. И сегодня ровно годик. Знаешь, зачем я с собой беру всегда друзей? Бесплатная рабочая сила. Ну-ну. Я просто хочу быстрее съездить в машину и жрать. Блин. Хотите, расскажу вам, как подогреть еду в машине? Легко и просто. Да, вам лайфхак такой. Лайфхак такой. Включаете обогрев стекол и греете пирожок. Это, ставь это... лайк за лайфхак. Надо снимать. Все, хватит. Я снял, все, выключайся.
Сейчас самое интересное аж пойдет, как я ее выключу. Четвертый корпорат на этой неделе. В стиле «Алиса в стране чудес». Новый год, Новый год, Новый год. Сейчас Сашка Дрифт вам покажет, как надо газовать. Давай, братан. Дрифт. Вот так правильно. Обратите внимание, какой красивый чехол. Я как будто барыжу в чехлаве. Чехлом тоже скидочная карточка на Сильбо. Девчонки, завтра приходим в клуб «Саксон» и будем проверять, висят ли наклейки. Зачем-то почему-то их потом удаляют. Вот оно, смотрите, как красиво. Вот теперь у вас не «Саксон», теперь у вас... Саша, полицейский разворот. Красавчик. Подожди, подойди поближе сюда.